Всем доброго дня! Вы на канале интернет-магазина и установочного центра frontcam.ru. У нас сегодня на установке автомобиль Volvo XC90. Мы сюда установили головное устройство от компании White Media с размером экрана 9 дюймов. И также установили камеру с матрицей SSD, плафон, подсветка номера. Здесь получается плафон идет уже с камерой, плафон переставляется, при этом там сзади есть, точнее за плафоном резинка. Это уплотнитель, благодаря чему, то есть там герметичность не нарушается. Головное устройство, получается, установили наверху. То есть здесь раньше стоял штатный динамик такой, сабвуфер. Он, соответственно, демонтируется и удаляется. И за место него сюда встает через переходную рамочку. Встает без каких-либо зазоров, как мы видим. Здесь есть вот такие вот заглушечки. Основная магнитола находится у нас здесь, а данное головное устройство, оно то есть не заменяет старую, а лишь дополняет. То есть она подключается по ауксу к штатной магнитоле, и, соответственно, это таким вот путем работает. Здесь есть вот несколько режимов, то есть FM, CD, то есть это радио, CD. И если мы переходим в режим AUX, то мы, получается, переходим так, чтобы звучание данной магнитолы воспроизводило штатное. И тем самым мы уже можем воспроизводить какие-то видеофайлы, можем просматривать YouTube. И еще очень важный момент. В данной комплектации у нас есть кнопки на руле. Ранее у нас были решения, да и вообще решение на рынке в целом, там работали только кнопки на руле именно громкости, так как она подключается по AUX-у и, соответственно, управляется только громкость. Переключение треков здесь ранее не работало. К нам поступили специальные адаптеры, которые, соответственно, идут в продажу, в комплекте с данной магнитолой, то есть, когда вы приобретаете, это уже все идет в комплекте. И при этом все кнопки на руле, они работают. Когда мы переходим в режим FM, мы переходим, получается, в режим радио, который находится в штатной магнитоле. Установили камеру заднего вида, как я показывал, в плафон подсветки. И при переключении на заднюю передачу у нас магнитола автоматически переходит в режим камеры. И при этом срабатывают у нас парктроники. Магнитола достаточно мощная, она имеет 3 гигабайта оперативной памяти и 8-ядерный процессор, благодаря чему приложение у нас загружается довольно-таки быстро. Можем включить YouTube, при этом мы можем, допустим, экран поделить на две части и пользоваться, допустим, YouTube и Яндекс.Навигатором. Эти приложения уже предустановлены, и тем самым, как мы видим, все это довольно-таки быстро прогружается. Яндекс.Навигатор, как и YouTube, идет с возможностью голосового поиска, то есть можем адрес не вводить, а сказать именно голосом. Голос, он, получается, подхватывает по штатному микрофону, который указан на лицевой панели. И также в комплекте есть еще выносной микрофон. В комплекте идут 3 разъема USB и слот под сим-карту, так как магнитола идет со встроенным модемом. А обычно USB-выходы мы выводим в бардачок. Но клиент нас попросил, получается, вывести один сюда. Вот один. И вот слот под сим-карту. А два других он попросил вот вывести, получается, вот на переднюю. Вот здесь у нас подключена флешка. При включении габаритных огней у нас изменяется яркость самого дисплея. Для дневного и ночного режима работы. Телефон вы можете подключить по Bluetooth. Для того, чтобы разговаривать, соответственно, по громкой связи, можете прогружать телефонную книгу и, соответственно, включать уже музыку непосредственно со своего телефона. По поводу переходной рамки, некоторые боятся то, что сзади магнитола остается какая-то голая часть. Нет, это не так. От магнитола, получается, идет вот такая вот защитная рамка, благодаря которой ничего, соответственно, не торчит и не выпирает, имеется в виду внутренности магнитолы.